– это жизнь, а жизнь – это движение. Так сказал Аристотель. Физические нагрузки очень важны для организма, и они помогут вам оставаться всегда стройными, сбросить вес. Но и не только. Это здоровое сердце, это здоровые сосуды и здоровые суставы. Праздники закончились затяжные, мы уже все устали отдыхать, поэтому пора приходить в форму. Сегодня бренд Bradex представляет долгожданный лот нашего телеканала, любимый лот наших телезрителей – это беговая дорожка. Она настолько удобна, она настолько комфортна и занимает мало места, да, что вы ее обожаете. Саша, расскажи, пожалуйста, о ней. С удовольствием, Мариш. Итак, уважаемые зрители, эту дорожку разработал израильский бренд Bradex. Во-первых, бренду более 25 лет. Во-вторых, Израиль, откуда он происходит, это страна с самой развитой медициной в мире. И там знают как нигде, что очень важна профилактика для того, чтобы избежать многих болезней. Вот как раз-таки эта беговая дорожка поможет вам сбросить лишний вес, снизить нагрузку на сердце, укрепить сердечную мышцу, поддерживать себя в форме, улучшить работу коленных суставов. Потому что, когда мы здесь ходим, обратите внимание, не бегаем, ходим, наши суставы коленные разрабатывают, и это профилактика артроза и артрита. Также это профилактика варикозного расширения вен, потому что кровь не застаивается, не загустевает, когда мы так ходим. Интуитивно понятное управление всего с одной кнопкой. Причем дорожка механическая, не требует подключения к сети и сама автоматически подстраивается под вашу скорость. Если вы идете быстрее, дорожка крутится быстрее. Вы замедляетесь, и дорожка тоже замедляется. А еще она маленькая, легкая, компактная и не занимает много места, поэтому удобно, даже если у вас небольшая квартира. За одну презентацию продается более 200 таких беговых дорожек. И это главный товар сегодняшнего дня. Впервые действует такая скидка и такая цена – 12 999 рублей. Хотя мы знаем, что беговые дорожки 50, 60, 100 тысяч рублей могут стоить в любом спортивном магазине. Только один день. Кстати, дополнительная скидка для тех, у кого есть карта Prime. Ловите ее прямо сейчас. На официальном сайте бренда Bradex 15 тысяч рублей стоит такая беговая дорожка, то есть почти 16 тысяч рублей, посмотрите, но только на один день. В рамках нашей распродажи мы дарим вам такую скидку. Тем более я знаю, что наши телезрители очень просили именно эту беговую дорожку, потому что уже, знаешь, много наелись мы за эти новогодние Конечно, праздники. Конечно, две недели мы ели, многие отдыхали, поправились, набрали лишние килограммы, и они моментально отражаются на нашем с вами состоянии. Нам тяжело, у нас начинает все болеть, да, нам трудно ходить, нам трудно двигаться, хотя движение, еще раз напомню, что движение – это жизнь. И какие же последствия малоподвижного образа жизни? Это боли в сердце, это ишемическая болезнь, стенокардия, инфаркты. Малоподвижный образ жизни приводит к заболеваниям вен, это варикозы, тромбозы, приводит также к инфарктам, приводит к развитию новообразований даже, потому что когда в организме нет движения, то замедляются все обменные процессы, и иммунная система работает хуже. Могут даже действительно развиться страшные заболевания. Ну и к тому же, малоподвижный образ жизни – это больные суставы. Это такое подавленное состояние, и когда мы не двигаемся, врачи говорят, что это так же вредно, как если бы мы курили. По степени вреда для сердца, для сосудов, для иммунитета, вот эта вот гиподинамия, когда мы сидим, она действительно так же опасна, как ежедневная пачка сигарет. Саш, ну я знаю, что вот, допустим, лишний вес, да, это может быть не очень красиво для кого-то, да, это не эстетично, мы все стесняемся выйти на пляж потом летом, ну а для внутренних органов это что, вредно? Это вредно, потому что каждый килограмм, как говорили у нас в университете, каждый лишний килограмм отнимает один год жизни. Ну, представьте, вот килограммовый такой кирпичик, да, и мы его все время носим с собой. Тяжело один килограмм носить. А если лишних килограммов 5, а если их 10, а если их 20, вы все время ходите с тяжелым рюкзаком, это изнашивает ваше сердце, приближает развитие инфаркта, приближает риск развития сахарного диабета и других заболеваний. Врачи в Америке говорят, что даже новообразования чаще развиваются у людей с лишним весом. А вот что происходит внутри у людей с лишним весом. Мы даже не догадываемся об этом, но это все есть. Это жировая прослойка, которая окутывает нашу печень, сердце и замещает нормальную ткань органа жировой.
и орган просто теряет со временем свою функцию. Посмотрите, беговая дорожка, она помогает похудеть, очень легко раскладывается, проста в управлении, и всего 10 минут в день, это 10 тысяч шагов. Этого достаточно, чтобы улучшить работу сердца, похудеть и заняться профилактикой болезней суставов. 10 тысяч шагов в день. Именно такое количество, такую цифру говорят нам врачи для того, чтобы поддержать сердце в порядке, для того, чтобы долго жить, для того, чтобы быть активными и здоровыми. Потому что как только мы перестаем двигаться, мы с вами медленно стареем, да, мы медленно умираем. Как только мы перестаем двигаться, наши органы начинают стареть, наши органы начинают медленно умирать. Мы с вами понимаем, что как только мы начинаем движение, у нас с вами кровь разгоняется, мы чувствуем себя бодрее, мы чувствуем сразу хорошее настроение, через какое-то время выделяется даже, вот говорят, какой-то гормон, который дарит нам с вами вот этот подъем, хорошее настроение. Звоните прямо сейчас. Вы просили повторение презентации этой беговой дорожки. Компактная, легкая, доступная. И при этом посмотрите, какая цена. Цена действует только один день, и этих беговых дорожек у нас ограниченное количество. Только на 3 прямых эфира максимум. И то, если хватит, возможно, даже на 2. Скажи, пожалуйста, а на сердце хорошо вот влияет вот эти 10 тысяч шагов бега? Конечно, конечно. Именно поэтому у нас в университете прямо в холле установили такую беговую дорожку. И моя преподавательница, у которой был диагноз когда-то сердечная недостаточность, бегая всего по 10 минут в день, избавилась от боли в сердце. Вот она приходила на работу, переобувалась и 10 минут бегала. И все, сердце перестало болеть. Потому что сердце, как любая мышца, нуждается в регулярных тренировках, постоянных занятиях, иначе оно атрофируется. И как раз таки занятие на беговой дорожке, оно помогает сердце как бы запустить заново, укрепить его, улучшить его работу и похудеть. Посмотрите, вот ваша новая фигура уже через 2 месяца, минус 2 размера. Главное – регулярность. 10 минут, но каждый день. Времени много не занимает, а результат вы сами видите. Друзья, ни батареек, ни розетки, ни электричества не требует наша беговая дорожка. Она механическая. И это израильский бренд «Брадекс». Звоните, заказывайте, успевайте быть здоровыми в первую очередь.